Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор шерсти Сливер Светлый. Домашнее творчество в 2015 году набирает серьезные обороты и уже заполняет досуг 6% населения нашей страны. В Украине широко развито мыловарение, косметика ручной работы, скраббукинг, валяние шерсти и другие. На сегодняшний момент валяние шерсти стало очень популярным видом рукоделия. В валянии шерсти используется очищенная шерсть, меринос и специально выращиваемых овец в Австралии. Такая тонкая шерсть служит для сухого и мокрого валяния. Используется валяние картин, одежды, обуви, игрушек и возможных поделок. Сливер – это неочищенная шерсть, которая используется без очистки сразу после стрижки овец. Она бывает трех цветов – кремового, серого и темного, как и породы овец. Ее не красят, оставляя естественный цвет шерсти. Такая шерсть подходит для внутренней подкладки в шерстяную одежду. Она служит первым слоем в игрушках. Ее можно набивать игрушки из ткани. Свойства таковы. Сливер считается органически чистым и натуральным продуктом. Он кремового цвета и имеет незначительный сор и пыль. Сливер – это экономичное валяние игрушек, создавая из него объемную форму зверушки или птички. Затем можно обвалять ее цветной шерстью. Многие магазины продают товары для валяния рукоделия. В нашем магазине «Мыловарение» вы можете купить шерсть «Сливер» для валяния по самой низкой цене на Украине. Удобная розничная фасовка дает возможность купить для начала небольшой объем шерсти. Оптовая фасовка 1 кг поможет сэкономить и начать свой бизнес с валянием игрушек для детей, одежды, обуви и даже картин. Вот так выглядит данная шерсть. Вот такого настоящего цвета, как и сами овечки, из которой этой шерсти есть. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!